Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Горожанка Сири. Я вам расскажу о трех осенних днях. День первый. Осенний, но теплый, без дождя. И можно успешно поработать на огороде. Что мы будем делать? Нет, не календулу собирать, а чеснок сажать. Сегодня предстоит посадить чеснок. Вот готовую грядку. Я делаю такую глубокую бороздку. Сюда буду вносить удобрение комплексное и золу. Прошлый год я сюда вносила с компостной кучи удобрение. И здесь еще осталась органика от мульчирования. Поэтому здесь земля вот более-менее вот такая вот хорошая, мягенькая, рассыпчатая. Добавим золы. Так, немножко припорошим. И будем сажать чеснок головкой. То есть, как они, бурбочки только. Они у меня достаточно крупные. Я сюда выбираю на посадку крупный чеснок. Ну, всякий попадается. Ну, более-менее вот такой вот нормальный. Вот и будем его сажать. Немножечко вдавливая. Ворота. Вот в таком расстоянии. Вот сколько у нас умещается. Грядочка у меня широкая. Сейчас посчитаем. Так, раз, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть. Вот шесть штучек уместилось. Вот так вот выглядит. Сейчас мы ее завалим. Вот. И когда будем делать следующую бороздку, еще подвалим сюда снизу. Вот. Вот так вот. Будем продолжать эту процедуру. Следующая бороздка готова. С ней будем проделывать то же самое. И так дальше пойдем по грядочке. День второй. Тоже хорошая погода. 23 октября и совершенно чистое небо. Смотрите, солнышко. Песню вспомнила. Последний день осеннего тепла. Но ветер. Надо сделать максимально побольше работы, пока сухо. Я закончила грядку чесночную сажать. Сегодня я ее закрою. Закрываю я ее помидорной ботвой. Рановато, конечно, но работу сделаю и пусть она стоит. Вот так выглядит теперь эта грядка. Зачем я это делаю? Ну, понятно, зачем, да? Чтоб не замерз чеснок. Вдруг будет не снежная зима или очень морозная. Следующий этап — убрать кудри вот с этой вот грядочки с цветами. Будем стричь, опять цирюльниками работать. Вот такая высокоинтеллектуальная работа, но полезная, потому что нагибаться приходится. Вот так выглядит выстриженный участочек. Сейчас мы сюда еще принесем удобрение. День третий, домашний. Глаш, ты спишь? Глаша. 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 Нашла место, где поспать. Ой, не смешная такая. Сегодня будут внуки в гостях, поэтому я
ляпаю манты. Манты, как правильно, не знаю. Обычно дочка ляпает их. Я только готовлю все там тесто, начинку. Ай, вот ее нет. И я пытаюсь сама научиться ляпать. Вроде получается. Тесто делаю мягонькое-мягонькое вот для мантов. Не такое, как на пельмени, а прям вот мягчайшее. Так, попробую снять поэтапно. Вдруг кто-то не умеет. Так, заляпала. Первый этап. Вот так с краев заляпала. Второй. И вот тут вот подвернула ушки и сляпала их между собой. Вот такой вот получился. Вот вполне даже ничего себе. Мантик. Бантик. Ну ладно, это так, конечно, шутка. Все, наверное, умеют. А кто не умеет, учитесь. Ну вот, а на этом я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам всего доброго, вкусного, хорошей погоды в оставшиеся осенние дни. Пока-пока, с вами была я, горожанка в селе. Заходите на мой канал, еще о чем-нибудь поговорим.